сварим картошку. Копченый курник, лука, сыр плавленый, парной картошка, яйца вареные, чеснок, майонез, соль, перец. Все хорошо перемешиваем. С помощью пищевой пленки сделаем елочку. Начинку все выкладываем сюда и будем формировать елочку. Формируем как елочку. Открываем теперь пленочку. Аккуратно. Вот так, ребят. Выкладываем на тарелочку. Получилось как-то так. С помощью укропчика украшаем елочку. Вот, ребята, делаем укропчиком елочку. Вырываем вот так веточку, вот так, и сверху. Вот, наконец-то елочка готова. Не знаю, как получилось. Может, у вас вообще получится. Теперь будем украшать. С помощью красного перца делаем такие игрушки. Перец чуть-чуть так мажем майонезом. И на елку попробуем. Так. Оливки тоже пополам порежем. Майонезиком чуть-чуть мазали. Это много даже. И вот. Игрушечка готова. Вот. Елку украшали. Ну как? Нормально? Теперь будем с помощью печка сделать звездочку. Я сделал вот так, ребят, треугольник. Можете звездочку сделать, что угодно. И с помощью зубочистки одеваем сюда. Аккуратно. Вот так. И посыпаем так сыром. Как снежинки. Вот все. Салат елочки уже готова.